Коммунистическая партия Китая предпринимает грандиозные усилия для переписывания правил глобального порядка в Азии и даже за ее пределами, пишет американское издание Foreign Policy. Основная задача нынешнего правительства – вернуть территории, которые Китай считает своими. Еще в 2018 году президент Китая Си Цзиньпинь заявил: «Мы не можем потерять ни пяди земли, оставленной нашими предками. Хоть у Китая достаточно территориальных претензий, за этой идеей не стоят завоевания», говорят эксперты. Не в концепции Китая завоевывать какие-то территории. Что мы видели в недавней истории? Что Гонконг, например, будучи бывшей колонией Британии, вернулся в Китай мирным путем. И Макао, будучи португальской колонией, точно так же. Вопрос, который сейчас действительно вызывает интерес, это Тайвань. Но тут Китай на самом деле готов применить военную силу. В стране этого никогда не скрывали. Государственные китайские СМИ и партийных чиновников все чаще ловят на высказываниях о том, что все более могущественный Китай не сможет комфортно жить в системе, возглавляемой США. Президент Си Цзиньпинь заявлял о желании создать глобальное сообщество под единым небом. США не скрывают, что продолжают рассматривать именно Китай как самый серьезный долгосрочный вызов международному порядку. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял: «Китай – единственное государство, способное изменить этот порядок». Китай давно ведет политику по превращению Южно-Китая моря, которое является крупнейшим таким транспортным коридором в Азии, в свое внутреннее море. Они как делают? Они насыпают искусственно острова в Южно-Китайское море, размещают там военные базы и объявляют территорию вокруг островов в качестве исключительной зоны своей исключительной экономической зоны. И Тайвань тоже является частью этой политики, частью этой логики. Почему? Потому что через Тайваньский пролив проходит очень много транспортных путей, там на Японию. Усиление флота и размещение военных баз за границей подтверждает то, что Китай приумножает свое верховенство. Восток восходит, и Запад приходит в упадок, любит говорить Си Цзиньпинь. В то же время, пишут аналитики Foreign Policy, экономический рост Китая замедлился, а правительство скатывается в тоталитаризм. Стране грозит демографический коллапс. Не последнюю роль в провале планов Китая сыграла и война России против Украины, считает политолог Тарас Загородний. Какие бы последствия имело, например, падение Украины, если бы это так, как хотел Путин, за 2-3 недели. То есть НАТО в кризисе, вся мировая система рушится, и тогда Китай может, уже применив силу, завоевать Тайвань. В американском политикуме сошлось кейс Тайваня и кейс Украины, что мы сможем защитить Тайвань, защитив Украину. У Си Цзиньпина разделяют пророссийскую позицию о том, что война в Украине – это борьба российских и западных интересов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Китай не должен помогать России и пусть лучше в Пекине придерживается нейтралитета. Китай говорит, что этот конфликт нас по сути не касается, мол, не мы его заварили. Китай Украину в этом контексте видит как часть Запада в лучшем случае, поэтому нашей позиции не уделяют должного внимания. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Интерфаксу сказал, что Украина все же стремится укреплять контакты с Китаем для достижения более проукраинской позиции Пекина. Юлия Безбородько, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.